Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится премьера сериала «Синдром отложенного счастья». По сюжету, 40-летняя провинциалка Натали Никитина уже 7-й год живет в Питере. Она работает сиделкой у немощных старичков и терпит их бесчисленные причуды и унижения. Однажды в ее жизни появляется новая подруга – массажистка по имени Любовь, которая ввергает Наталью в пучину ярких и рискованных приключений в поисках любви и счастья. Главные роли в картине исполнили Ирина Пегова, Михаил Пореченко, Татьяна Рябаконь, Эра Зиганшина, Алексей Шевченко и другие. Премьера сериала «Синдром отложенного счастья» состоится уже 17 июня. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.